Всем привет, это 37-й выпуск. Сегодня очередной день выходных. На улице сегодня еще холоднее, чем вчера. Вчера там, припустим, было 12, сегодня уже 15. Хотя сейчас глянем точнее, сколько сейчас. А не, уже потеплело, уже на улице минус 9 только. Я проснулся, у меня жутко болит шея, и я понял, что я ее продул. Повернуть мне очень тяжело, она жутко болит. Боли невыносимые. А продул я шею, как не банально, сидя дома перед компом. Это все потому, что моя Юля захотела комнату проветрить от пёрделей. Вот она переоткрыла окно и ушла. А я сидел перед компом и даже не замечал, как меня по-тихому продувало и продувало. Так что теперь я по хате в шарфике хожу, чтобы хоть как-то шею согреть. Да чаи горячие гоняю. Сейчас даже буду витаминки кушать. Вот такие витаминки сейчас буду кушать. Гранат. Наверное, очень полезный он. Запишу даже видео, как его почистить. Легким способом. Там по ютубу посмотрел уже пару видосов. Но по тем видосам там были большие гранаты. И там как бы у них легко это получалось. А у меня он небольшой. И потому мне будет интересно испытать тот способ, который я высмотрел в ютубе. На маленьком гранате. Ну что, пошел резать его. Разрезал я его. Теперь буду хавать. Спелый, сладкий. Объедение. Юля там просила, чтобы я ее оставил. Но она куда-то ушла. Да что ее проблемы? Мне что, ждать ее? Мне надо получать витамины, чтобы быстрее выздороветь. Кстати, видео, как я его разрезал. Вот здесь будет ссылка. Кому интересно, посмотрит. Уже вечер, а шею не попускает. Болит и болит. Вот так в выходные дни. Не очень прикольно болеть. Медведь спрятался. Мишка валяется за кроватью, пылью припадает. Ого, шея не поворачивается. Иди сюда. А ну, спой нам. Иди, мусор китайский. Если бы не девчонка, такого барахла бы мне в комнате не было. Я вообще спалить его хочу. Он же поет по-русски, а на жопе написано «Зроблено в Китае». Да еще написано по-украински. Это ж прикинь, сколько китайцам заплатили, чтобы они по-русски спели эту песеньку. Дали пачку шмали китайцам. И слова. И пойте. Сразу видно, что выходные. Бриться не надо,